Приветик всем друзьям! Рада вас видеть на канале Домовёнок. Помните, мы с вами кипятили чайник вместе с лимонной кислотой, чтобы убрать накипь в одном из прошлых видео. А сегодня я вам покажу, как можно убрать такую же накипь, ну или осадочек, знаете, такой, который от воды остается на вашем кране. У меня в кухне вот такой вот кран, и если посмотреть внизу, то видно, что туда тоже насел определенный такой осадочек, какая-то накипь или что-то такое, и совершенно ее нельзя никак счистить руками, я пыталась. Поэтому я поставила чайник вместе с пакетиком лимонной кислоты, заодно почистится у меня чайник очень хорошо, видите, вся накипь из него испарилась, очень здорово. И теперь берем этот наш чайничек, и я придумала вот такую вещь, которую вам сейчас покажу. Возможно, кого-то это тоже вдохновит почистить ваши приборы. Значит, берем чайник, открываем крышку. Он только что вскипел. Надо немножко подождать, чтобы он не был, конечно, 100 градусов, потому что иначе тут все может расплавиться. Ну, немножечко сейчас подождем. И постепенно будем окунать вот эту штуку в чайник. И таким образом из нее накипь будет растворяться. Можно, в принципе, налить воды в чашку или еще как-нибудь. Вот, ну, в принципе, такой способ, мне кажется, очень удачным. Берем чайник и вот так вот туда его окунаем. Видите, пошли такие пузырьки из-за того, что все растворяется потихонечку. Вот, подержим. И оставим, потому что, чтобы тоже ничего не перегревать, пусть эта штука немного побудет таким образом. Можно промыть водой. Попробовать счистить. Да, уже стало, кстати, намного лучше все счищаться. Через какое-то время можно продолжить. Главное, чтобы сразу надолго не класть, потому что здесь все-таки пластмассовые части тоже есть, они могут сильно расплавить, расплавиться, если слишком резко начать вот так вот делать. Ну что ж, друзья, вот такой способ. Мне кажется, он очень классный, эффективный. Из моего чайника, я смотрю, вообще уже все. Вся накипь слезла очень, очень удачно. А с этой штучки, так постепенно будем ее... До того момента, пока она перестанет пускать пузырьки. Вот сейчас, например, пока что пускает пузырьки. Это значит, идет растворение. Вот. Ну что же, напишите, пожалуйста, в комментариях, получилось ли у вас почистить ваш кран. Вот как вам такой способ вообще? Жду с нетерпением ваших отзывов. Пока!